Друзья, всем огромный привет! Как ваши дела? Как настроение? Я решил сегодня показать вам одну идею, которую сам раньше никогда не видел, увидел на просторах интернета и решил с вами поделиться. Что же это будет? Давайте посмотрим видео. Не забудьте подписаться, поставить по лайку. Поехали! Купил в магазине вот такой вот кусок олова. Стоит он 200 рублей. Условно 3 доллара потратил я на него. Вот с ним будем сегодня и работать. Возьмем с вами листок бумаги и напильник. И будем натирать олово. Так, ну мне этого будет достаточно. Почему это делаю на напильнике? Потому что, если это делать на камне, то от камня будет также попадать сюда. И у нас получится не только одна стружка. Взял пластиковый стакан, обрезок. Ну, любую тару можно взять, подходящую, удобную. Высыпаем эту стружечку. Берем самый простой вазелин. Стоит в аптеке копейки. И добавляем наш порошок. Ну, теперь хорошенько нужно все это дело перемешать. До однородной массы. Как понимаете, у нас получилась паяльная, самая простая паяльная паста. Ну, сейчас я вам покажу, продемонстрирую. Сейчас размешаю хорошенько. Получилась вот такая вот кашица. Можно побольше наточить, сделать один раз. Тот же самый шприц уложить. Я просто показать. Ну и попробовать интерес самому. Потому что я такую тему не пробовал, не знаю. Так, друзья, ну не всегда под рукой же есть у нас паяльная станция, либо паяльник. Можно вот так вот теперь взять, с курточку сделать. Со шприца нанести. Со всех сторон. Так, со шприца нанесли, берем зажигалочку и поджигаем. Горячо. И как видите, у нас провода залудились. Все спаяно. Друзья, у нас получилась с вами вот такая вот паста. Насколько она практичная, насколько она хороша, решать, конечно же, вам, нужна она вам или нет. Я никого не заставляю это делать. Я просто показал, увидел в интернете и решил попробовать. Вам же крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.